Канал имени Москвы известен большинству как водная трасса Москва-река-Волга, благодаря которой столица стала портом Пятиморей. Однако мало кто знает, какой ценой был построен этот источник питьевой воды и памятник архитектурной мысли человеческого подвига. В программе «Мы тищи православные» Дарья Ильинская расскажет о новомучениках и исповедниках российских, чьи имена тесно связаны с историей канала имени Москвы. В официальных документах значилась цифра в 22 842 человека. Это место общей могилы тысяч людей. Остается фактом гениальное гидротехническое сооружение. Это первое. Второе – огромный, иногда в нечеловеческих условиях, труд людей. И третье – это архитектурный, культурный, исторический памятник, который требует технической модернизации, культурной охраны и так далее. Вот все это в одном клубке. Это наш канал. Выпуск программы «Новомученики и исповедники Церкви Русской. История канала имени Москвы» смотрите на Первом и Тищинском в эту пятницу в 20:00.